Поддельные 5000-ные купюры могли разлететься по кошелькам северян, но вмешалась полиция. Задержан 25-летний архангелогородец. Его подозревают в перевозке фальшивок и попытке их сбыта. По версии следствия, злоумышленник получил от подельника координаты тайников с поддельными купюрами. Из Москвы он привез их в Архангельск. При обыске у него изъято 8 банкнот номиналом 5000 рублей. По данному факту Следственным управлением УМВД России по Архангельской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление, перевозка, хранение или сбыт поддельных денег либо ценных бумаг». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Подозреваемые под стражей. Расследование продолжается.